Итак, всех снова приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, и мы снова играем, короче, в эту замечательную игру. И я пришел на самом-то деле не так надолго, как вы думаете, потому что у меня мало места на жестком диске. Для того, чтобы снимать видео, сначала нужно хотя бы что-то загрузить, а то у меня там уже 250 гигабайт накопилось, блин, или я не знаю сколько. В общем, ужас. Значит, партии... Вот, Эмили. А, блин. Эмили, это все-таки другое имя. Я вот подумал, то есть, рыжая француженка с именем... То есть, знаете, там есть во Франции певица Милен Фармер, по-моему. Вот как-то ее так зовут. Может быть, Эмили это отсылка на нее. Но эта Эмили, она, короче, не будет тебе жопу показывать. Она, короче, тебе фистинг сделает, поэтому она довольно-таки опасная. И как вы, наверное, догадались, я фармил здесь ежика. Да, я фармил здесь ежика. Вы это как бы привело меня на мысль, что я должен попробовать пофармить другим способом. Так вот, что я хочу сказать. Я нафармил, как вы видите, 46 уровень, то есть повысил еще уровень. Это полезно, наверное, нам будет. Мы же в данж пойдем скоро. Но перед этим, во-первых, давайте-ка мы вот сюда вот придем и сдадим квест. Вы же помните, что мы, короче, квест брали, и мы добыли все, что для его сдачи нужно. То есть вот эти вот тыковки там нужно поубивать. Это вот, а тут это вот Бузимена, который отсылка, естественно. Тут вообще все отсылки. Тут дофигища отсылок. И я подумал, что, может быть, нам все-таки накупить некоторых вещей. Дело в том, что все же... У нас слабое оружие и слабые вещи. К сожалению. Короче, нужно выбирать что-то из этого. Вот, если мы посмотрим на эквипмент, то здесь у нас, как вы видите, довольно слабо. Призм пауч 39-40 всего лишь. И без резистов, без ничего. То есть, ну, слабоватая бронька. Хоть и дает бонус к этим... к предметам. Значит, здесь, значит, что? Тем более, то есть, Sunset Claw нужно что-то на другое заменить. Также бошку. Бошку вообще нужно где-то брать. Короче, я думаю, побегать по данжам. И там должны быть и предметы еще желтые в старых данжах, которые мы прошли, но не все там собрали. Но я, естественно, буду это все обрезать. Но, в общем-то, надо. Желтые вещи очень важны. Вот, пожалуй, бумвалкеры это вот единственная вещь. И вот это вот Twitching Slicer. Две единственные. Но две не могут быть единственными. В общем-то, две вещи, которые у нас соответствуют нашему уровню и нашему прогрессу по сюжету. Все остальное уже устарело. К сожалению, вот такая вот фигня. Так что нам нужно вот эту файдору, еще чего-нибудь покупать. Также нам нужно это. Закупать там какие-то вещи. Я не помню, я, по-моему, их уже закупал где-то здесь. Ой-ой-ой, я не туда пошел. Ой, тут... Да чё ж ты лагаешь? Давай быстрее загружайся. Назад надо. Срочно. Хотя бы быстро подгрузилось. Значит, вот, мега-сэндвичи. Но здесь я, кстати, их уже... По-моему, в прошлой серии я их все забрал. Ну, в общем, займемся этим. Сейчас к Бузимену. Хай. Я вижу, ты собрала огни. Террифик. Я не знаю, почему он говорит террифик. Ужасающе. Или как это называется. То есть он действительно говорит ужасающе. Вещи готовые ко всему там. Единственная вещь, которая нам нужна, которую нам нужно сделать, это тестовый пробег. Что? Маленькая единица.
Могу я рассчитывать на твою помощь еще раз? Да. Спуктакуляр. Опять же. Напугательно, говорит. Это реально, Бугимен, это ж, короче, в ужастике такой, этот, дух злобный был. То есть, серьезно, он говорит как раз о страхе, о терроре, о чем-то таком. То есть, ну... я собираюсь быть внутри и строить все. Это займет всего лишь призрачные секунды. Призрак секунды. Везде повставляли, типа, намек на призраков. Просто это. Последуй за мной внутрь, когда ты будешь готова. Ой, мне кажется, там что-то страшное будет. Не зря же он постоянно о страхе говорит. Это было бы логично. Так, ну что ж, попробуем. Добро пожаловать в тыквенную... тыквенную землю развлечений. Пожалуйста, войди в телепорт, чтобы начать свой... свое путешествие. Давайте посмотрим. Какой-то данж, типа. Устрашающий, я так понял. Не знаю, как-то все это жопно. Как по мне. Открылась. А здесь что? О, тыква. Так. Заморозили эту хрень. Джекс Флейм получили. Теперь дальше. И тут опять какие-то вот глюки пошли. Ну я думаю... Ой, две уже тыквы. А может их здесь будет еще больше? Это было бы нехорошо, наверное. Блин, это не круто. Лучше держаться от них подальше. Ну хотя бы мы со своими союзниками. Так, так, три, нужно это, огнем их фигачить же, эти тыквы. Стоп, меня чё, убило? Не, не убило вроде бы, просто откинуло. Ну, в общем-то, на. Нет, мне кажется, всё-таки лучше 1700. Вот смотрите, с огнем у нас вообще 1500 хп, поэтому лучше я вот 1900 выберу. Я самый жирный, когда беру эту стихию. О, жесть. Опять у нас тут какая-то фигня. И здесь, кстати, нам, по-моему, неплохие вещи дадут с этого квеста. По идее, должны дать. А, сейвиться я здесь не могу, это жалко. Сколько можно? Тут ловушки какие-то. Скримеры. А. А
А куда? Это типа лабиринт. Да, это лабиринт, короче, за скримерами. Ну, в общем, да, ужасы всякие. О, теперь нас еще кого-то. Так, зарядили по тыкве. Кое-кому по тыкве зарядили. Кого-то уже убили из наших. Это плохо. Это очень плохо. Давайте попробуем дождаться, пока этот кто-то возвратится. Серьезно, блядь. Снова эти тыквы, блин. Бесят меня. Так, стоп. Мы все-таки выжили. Отлично. Фух, сложно. А вот теперь можно засейвиться. Это круто. Это круто. Здесь засейвиться лучше, чем не засейвиться. Когда уже будет конец? Тут будет мега-тыква какая-то, скорее всего. Или terrific, just terrific. Я надеюсь, с тобой не придется сражаться. Маленькая штучка выглядит, будто ты уже получила большое развлечение в тыквенном земле. Алас не закончил. Еще не закончил. Сейчас время для типа главного финала. То есть нам с ним надо сражаться, да? Довольно уродливая хрень. Он еще и в жуков превращается. Бедная. А, жуки, жуки! Больше этих, меньше жуков. Она ненавидит же жуков. Так, 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 так. А что у них за уязвимости? Ага, нужен мороз. Окей. Морозом их нужно мочить. Во, отлично, морозом их всех. Он, видимо, огненный какой-то, или я не знаю. Почему он огненный, я не понимаю, если честно. Так, стой, 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 стой. Он... Нужно держаться подальше, так.
шефский сэндвич кушать или нет? Так, я покушал шефский сэндвич, это отлично. Так, 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 так. О, всех заморозили, отлично. Все, отлично, лед сработал. Без льда это было бы трудно, да. Замечательно. Разве это не круто? Блин, там мне кажется. Я уже думал, ты нас убить хотел. А это разве не так было? Какой-то данж. Отлично. Я серьезно получил много, много развлечения. Маленькая штучка. Это сложно сейчас, короче. Хаунд. Как это хаунд? Захватить кого-либо в этом городе. Потому что все так заняты. Поэтому я знаю... Я должен целиться на что-то большое. Начать, короче, чистый бизнес. Бузинес. Это единственный путь, чтобы получить... Получить любое внимание в сегодняшние дни. То есть легальный бизнес это единственный способ получить внимание в текущие дни. Типа никто не хочет даже пугаться его, да? Отлично. Я серьезно назову это успехом. Спасибо большое за твое участие, маленькая штучка. Пока. О, смотрите, даже опыта дали. И Scarecrow дали. Это вообще-то очень интересная штука, насколько я понял. У нас, как вы видите, 35 ближайшая по защите. А это вы посмотрите. Флэш-степ здесь, плюс еще кучу бонусов. И... Как вы видите, тут удача идет. Удача — это очень интересно. Это вообще очень-очень интересно. И Sunset Glow давайте себе наденем. И давайте Vermilion Mantle натянем тоже. Все. Блин, а зачем теперь мне это делать? Так, стоп. А куда выходить? Я не понял. Ну, мы так как бы получили все бонусы, поэтому мы можем просто телепортануться. Наверное, так и было рассчитано. Или можно было там что-то найти? Ну, вы напишите, если что-то там можно было найти. Если кто-то вообще знает. Так, вот теперь эта штука открыта. И мы, кстати, можем сюда опять... Pumpkin Funland. Ну да. Как-то не очень впечатляет, если честно. Значит, теперь в руки Харпер. В руки Харпер, тут руки-крюки, все дела. Значит. Тут меня интересует одна девушка. Которую я давно здесь ищу. О, кстати, тут лед. Вот, видите, она, помните нам. Хавди Гау, ты пришла, чтобы проверить, как идет бизнес, миссис Тик. А, слышишь? Слышите? МС Тик, это, короче, стик. Стейк, то есть стиак.
Стияк, то есть мистер Стейк или миссис Тик. В общем, такая игра слов. Как хорошо, я идет, короче, все хорошо. Эти стейки, правда, попали в, короче, попали в точку человеческих вкусов. Но я говорила со своими этими ценными потребителями или клиентами скорее, и получила некоторые идеи, чтобы улучшить мое драгоценное мясо еще больше. Как насчет этого? Гал, ты чувствуешь это в твоих этих, в твоих силах помочь мне снова. И хз что? Окей. Просто берем квест, окей. Эх, я знала, что могу рассчитывать на тебя, моя дорогая. Как просто, как в прошлый раз, все зависит от ингредиентов. Я завершила некоторые исследования на драгоценных растениях, ну типа ценных, на Востоке. Еще раз. Мне нужно новое дерево в комбинации с тем, что мы уже добыли. Поэтому, пожалуйста, принеси мне некоторое старое дерево из джунглей на северо-востоке. Мне также нужно экспериментировать с маринованием немножко мяса, прежде чем его жарить. Для этого мне нравится, я бы хотела получить в свои руки этот мед и, короче, корзинку прекрасных яблок, каких-то sweet apples. Ты собираешься найти все это в Аутумсфолле и на востоке джунглей, я думаю. И насчет мяса. У меня по-прежнему есть много его здесь для экспериментов. Все остальное чисто? Хорошо. Тогда типа пока и пока. Ну, в общем-то, как вы видите, такие вот дела. Значит, что я еще хотел? Я хотел проверить задание, нету ли каких-то новых заданий, в принципе. Проверять мы будем по доске. Так. Значит. Вот здесь вот давайте посмотрим. Как вы видите, ничего нету здесь у нас сейчас. То есть все мы взяли. Здесь нам дают какой-то меч. Значит, проверим, например, в Берген-трейле. Давайте еще задание. Или в Берген-вилледже.
Давайте, наверное, Перген... А, точно, в Перген Вилледже нам точно нужно что-то. Точно что-то нужно. Так, значит, тут у нас... Тут у нас... Во-первых, давайте проверим, собственно, задание. Во... А, это понятно. Это, короче, никак не связано с нашей мощью. Но я еще хотел показать вам... Dungeon time. It is. See you again soon. Увидимся скоро. Значит. Как вы видите, здесь мы легко убиваем всех. И, в общем-то, тут нам нужно... Я не помню, то ли в B3, то ли в B4... Или в B2. B2, по-моему. Здесь же эта фигня будет. Так. Или стоп. Или вот оттуда, откуда-то. А, мы тут, кстати, скользим еще. Значит, B1. Тут контрол-румы, но я не уверен. Может, сюда? Нет, точно не сюда. Хотя, хз. Или стоп, а зачем мы вообще сюда идем? Там же, по-моему, у нас было это. Нам не нужно вообще в данж. По-моему, мы можем, короче, этих жуков. Нам нужно много, короче, жуков, чтобы на них набивать опыт. Я, то есть, на ежиках пока что набивал, но ведь можно и на жуках набивать, и это, наверное, даже лучше. Они тоже, типа, уязвимы к огню, они... Их тоже много спавнится. Он нам говорил, помните, что, типа, мы заходим туда, и жуки будут автоматически появляться, по идее. Так, или нет? Нет, не появляются. Так, вон be some more bugs. Да. Вот, видите? То есть больше жуков. Хотите жуков, идите сюда. Да, я их очень ненавидел. Но сейчас... По идее, нам будет легче. Они-то дело в том, что здесь нет автолевелинга. 36 штук, да? Ну, где вы, жуки? Как вы видите, вполне себе легко получается. Ну, относить... Нет, как-то нифига не легко. А экспихи всего лишь один дают. 21 уровня. Они 21 уровня, так почему так сложно-то? Я не понял. Она будут давать какие-то награды за это, я не знаю, там... Ну. Придется уже пройти, значит. Бумс. Кстати, дальнобойные атаки у огня очень плохие.
С жуками вообще куча проблем с этими. Бакшелы дают. Ну толку-то с этого? Они слишком какие-то крепкие, заразы. Стойте. А, у них нет какой-то уязвимости конкретной. То есть они, в принципе, против любой стихии одинаковые. Тогда, может быть, переключим на вот эту. Тут хотя бы мы, типа, и больше урона наносим, и вообще. И отжираемся, и ХП у нас больше. Угу, конечно. Хорошо, что у нас хотя бы регенерация очень мощная. Так бы была проблема, конечно. И к тому же они слишком медленно спаунятся. Реально. В общем, как-то меня это все разочаровало. Так вот гораздо лучше. Так, так, смотрите, как мы отожрались. Просто жесть. Ну, в общем, не такая уж это все и хорошая идея. Нет, слишком мало опыта по единичке дают за каждого жука. И нам дополнительных каких-то вещей не дают. 500 кредитов и все. В общем-то, как-то так себе. Мне почему-то кажется, что если мы пойдем туда куда-то, то у нас такие же проблемы будут. С ежиков 30 опыта дают просто вот без всяких напрягов вообще. И вот почему я люблю фармить ежиков. Значит, здесь у нас нет заданий. Потом пойдемте в Бакикум. Посмотрим, есть ли здесь какие-то задания. По идее, тоже, скорее всего, не будет. Так. Так. Стими челлендж. Вот здесь вот. Как-то не особо хочется. Типа больше тестов, все дела. Там, кстати, можно будет варить бухло всякое. Но я не особо хочу это делать. Хотя, по-моему, бухло не такое плохое будет. Ну, в общем-то, больше, кроме этого, у нас здесь ничего нету. Значит, в Руки Харборе мы ж проверяли. Ничего нету больше заданий. Или есть? Так, да, нету. Ну, тогда... пойдемте бычка валить. Да. Сегодня, в принципе, можно завалить бычка попытаться. По крайней мере, это будет легче, чем обычно. Northern High Grounds. Так, это не то. Это 38 уровень. Капитан Турбина. Паркур до сих пор там. Ну вот это вот, да. Шеф Манзана. Смотрите, 15 опыта дают. Ну чё ж. Когда-то это надо выполнять. Так, как тут B, set in favorites. Значит,
Secluded Pass. Secluded Pass, там у нас есть пещера. И там мы попытаемся... Или нет? Или нет? Давайте, короче, наверное, в этот пойдем. Хотя нет, давайте все-таки сюда. Так, Secluded Pass, вот сюда. Значит, отсюда вверх нужно пойти. Просто данж, в данж мы пойдем в следующий раз. И, в принципе, наверное, против бычары сошла бы фигня. Но у нас и так все получится. Просто уже эта стихия нам позволяет, как бы, неплохо с ними бороться со всеми. Так, что-то я не туда. Прыгну, зараза. Все, пойдем отсюда. Так, вот здесь вот, смотрите. Уже какая-то непонятная фигня здесь расположена. Ага. Так, один. Во, можно там заморозить и здесь заморозить. Но здесь не получится заморозить. Тут, короче, точнее, получится. Ну, не совсем. Так. А, нет. Здесь, короче, нужна тройка. И мы вот так вот фигачим. И потом сюда пробегаем. Смотрите, как хитро. Значит, ну, во-первых, давайте сохранимся. Как вы видите, здесь мы усваиваем работу с двумя предыдущими элементами. Кроме того, здесь инстанс идет. Так. Так. Во. Значит, сюда. Блин, нужно надеть специальные сапоги. Пока что, по крайней мере. Значит, где эти сапоги? Сапоги, сапоги, сапоги. Ice Walkers, вот они. Есть, кстати, они не единственные, оказывается, в игре, которые именно такие. Значит. Ой, блин. Блин, не совсем. Вот так вот надо. Во. Значит... Блин! Да какого фига? Я ж только что льдом тебя. Так, и здесь, короче, нам сразу активируют, чтобы мы больше таким не занимались. Это очень полезно и хорошо. Так, чё за фигня? Хочу вот так. Что это здесь такое? Смотрите, с вампиркой мы можем просто здесь вообще
не напрягаться. Никто не проходит этот квест уже когда, короче, вампирка у нас есть. Я называю это вампиркой, короче. Вы ж поняли. Значит, и вопрос. Вопрос теперь, куда мы идем? Сюда мы идем, наверное. Капец, много же их. Минус один, минус два, минус три, минус четыре. У меня тоже есть вампирка, знаете, да? Они довольно мощные, ну, как сказать мощные. У меня две с чем-то тысяч хп, и при этом вампирическая способность. Не думаю, что этому вообще можно противостоять. С их-то мощью. Хотя я бы и в следующий раз тупо в данж пойдем. То есть следующая серия это тупо будет поход в данж. Значит, здесь у нас уже открылась проход. Открылся. Значит, здесь у нас что такое? Так. Во. Теперь здесь. А здесь как? А здесь вот так, да? Не, здесь, короче, вот так. Видите? Где-то нужно убрать, а где-то наоборот добавить. А где мне взять, короче, эту? Ага. Я вижу, там, короче, это есть. Так. Вот и все. Значит, теперь здесь. Ой-ой-ой-ой. Ой, как нехорошо. Стоп, сюда мы можем прыгнуть, да. То есть здесь нам нужно... Так. Нет, нам нужно как-то... Во. Во. Блин. И чё это такое? Моя не понимать.
А, стоп, три. Или стоп, это не совсем то, что нам хотелось. Блин. И как же его зафигачить? А, стоп. Я ж помню, я когда-то так делал. Так, блин. Так. Так. И теперь вот так вот. Ну, еле-еле, я не знаю, правильно я ли я сделал. Ух, блин. Есть. Ну, вообще, четверку хочу. Хотя здесь больше, конечно, на лед рассчитано. Вот и бычара, короче. Так. Значит, 50% к огню сопротивления, минус 25 к этому. Так, бычара заморозился. Как вы видите, кстати, он не так уж и плох, так скажем. Во! Так, сейчас у нас лед уберется.
Он не такой уж, кстати, страшный, этот бык. Четыре. Так. Триста хп просто взял и уж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну и пошел нафиг. Ух, отлично. О, он огненный, смотрите какой. Так. Стойте-ка. Нужно сопротивление огню, мега-сэндвич нужен. Также. Так, стойте-ка, стойте-ка, шеф-сэндвич, бампс, отлично. Так, свитберри ти. Чаи, короче, офигенные. Так, 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 так. Что за нафиг? Почему он не убивается? Так, стой, 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 стой. Так, ну у нас 800 еще, нам нужно что-то интересное. Фулл курс. Почему он неуязвимый дофига?
Как мне его одолеть? Я не понял. Так, что еще мы можем взять? Айскрим или что? Sweetberry tea давайте. Чаи их очень быстро выпиваешь, это круто их. Только в ближнем бою можно его, короче, одолеть так. Так, а больше бафов мне, кстати, нельзя взять. Так, у меня дофига тут этих. Так. Так, брейк. Почему его нельзя так поразить? Так. Значит, мега сэндвич или sweetberry tea. Давайте sweetberry tea. Ага. Sweetberry tea, ice cream. Где ice cream? Как вы видите, даже на данный момент он довольно-таки мощный. Ванила айскрим, вот. Плюс 30% к иммунитету огню. Говнюк. Так, стоп, я чё, подлечился, да? Ну что ж. Опять он огненный. Мне нужно с этим что-то делать. Code Platter давайте. Code Platter. Так. Во, отлично. Так, айскрим нужен. Так, и нам нужно... еще вот это вот. Sweetberry tea. Так. Во.
Так. Code Platter. Да. Блин, 200 уже осталось. Срочно нужен шеф-сэндвич. Так. Так. Блин. Брейкнули его. Отлично, 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 отлично. Так. Так. Как вы видите, это вам не хухры-мухры, это бычара грёбаный. Это грёбаный бычара. Значит, где тут ванила айскрим? Мне ж нужно куда-то его девать, это ванила айскрим. Так, чё я сотворил, блин? Так. Свети. Когда мы его уже убьем? Эй! Жопа! Надо что-то делать. Так. Стой, 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 не трогай меня. Code Platter нужен. Ну, хотя бы получили то, чего хотели. Блин. Мы потеряли хилку. Я ж забыл, что у меня не та броня. Шефский сэндвич. Так.
Брейк, 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 брейк. Так. Elemental Overload. Окей. Я убегаю, но обещаю вернуться когда-нибудь. Когда-нибудь. Так. О, отлично. Так, стой, стой, стой. Шеф-сэндвич или мега даже сэндвич. Так, о, отлично. Мега-сэндвич. Нужно срочно. Sweet Berry Tea. Так. Отлично. Так, ну что за нафиг? Да ну что за нафиг? Ванила айскрим давай. Давайте мочить его. Так. Бычара жесткий просто. Бычара просто жесткий. Так, Cold Platter у нас работает. Теперь шеф-сэндвич давай. Опять он такой. Да ну сколько ж можно, нафиг. Чувак, пошел нафиг. Шефский сэндвич давайте. Захавали. Так, Sweet Berry Tea.
Есть, брейк, 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 брейк. Брейк, брейк. Так, брейк. Так. Значит, Code Platter, давайте опять. Это вот вы посмотрите, на каком я уровне, короче. И до сих пор он для меня представляет угрозу. Есть. На каком я уровне? На 45-м уровне. С крутейшим амундированием. Я даже снял, короче, все оружие. И все равно этот бычара убивался у меня, как вы видите, вот сколько долго. Ух. Сколько я бафов потратил, сколько я всего сделал. И я уклонялся даже от его вот этих вот фиговин. Я видел чувака, вот, собственно, русскоязычного, который единственный снимал эту игру. В общем-то, он этого бычка вообще не одолел. То есть он пришел сюда на ранних уровнях, то есть тогда, когда нам это задание дают. И он тупо его не смог убить. Так что такие вот дела. Фух, это жесть. Это жесть. Это просто жесть. Сражение с бычком. Это нечто потрясающее. Все, давайте проваливать отсюда. Я не хочу больше сюда вообще возвращаться. Страшные кошмары об этом бычке будут терзать меня еще пару ночей. Бумс. Вспомнили магию льда. Пришлось это сделать. А ну-ка. Бумс. Минус один. Минус два. В общем, все эти солид баблы, это все полная шляпа. Кого еще? А, нам нужно, собственно, сдать задание, наверное. А куда это? Мы вот сюда идем сдавать его. В общем, я немножко вспотел с этим заданием. Так, ах, ты вернулся, искатель. Так что гнев этого зверя наконец-то, короче, устранен. Ну, или успокоен. Это хорошо слышать. Надеюсь, он покоится с миром. И можешь ты, короче, завершить разнесение мира и гармонии в этом мире. Ну, то есть вы поняли. Peace to the world. Лия! Истинные слова, мой друг. И, типа, вайс, что-то там. Пока. Пока. И нам всего лишь какие-то там листья дали, еще какую-то хрень. Откровенно говоря, это не впечатляет. Фух. Но мы сделали это. Мы убили грёбаного быка. Фух, это было сложно. Но вы сами видели. Не знаю, наверное, боссы, конечно, будут еще сложнее. Ну я хз вообще. Я ж так криворукий. Если что, это типа я не снижал сложности. Да. Сложность на 100. Тут с добавлением сложности, походу, сложность по умолчанию еще больше увеличили. Нет, ну как по мне, лучше бы они, короче, сделали какую-то среднюю сложность по умолчанию. Потому что, ну понимаете, так в эту игру никто не будет играть. То есть, понимаете? Человек зайдет, увидит, что она по умолчанию на сложности типа сложная, и как бы не станет уменьшать. То есть человек считает, что по умолчанию это сложность средняя. А здесь можно только уменьшить сложность, а увеличить ее нельзя, как вы, наверное, заметили.
А вы заметили это? Что как бы увеличить сложность теперь здесь нельзя. Только уменьшить. Так, ну что там еще за квесты остались? Вот это вот, типа, мокрая работа. Тренировка с мастером. Этот, фигня всякая. Hideout on Old Timber and Gaia's Garden. Ну, это 40-й уровень, как бы. В общем-то, я думаю, на одну серию нам хватит, а две серии нам и не нужно. Короче, мы идем сюда. Так. И, в общем-то, будем здесь где-то вас встречать. То есть, пойдем в другую данж в следующей серии. Но это будет в следующей серии. Ага. Но, естественно, как и всегда, мы возьмем там стихию, однако не будем убивать босса. Потом я буду, наверное, как-то искать, где бы мне пофармить опыта. И на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.